хорошо в городе, Садо. Там тебе и ванна, и лифт, и телефон, и даже дрова не надо заготавливать на зиму. Нет, Дагмар, я не согласен. Хоть и много всяких удобств в городе, но я бы там не смог. Ну, а старший твой с невесткой? Они еще своего ваху не забирают у тебя? Куда им? Все по республике разъезжают, нефть ищут. А ты рад. Да-да. Что с тобой? Испугалась. Ты что, гор не видела? Нет. Кто это гор не видел? Что там случилось? Кто-то гор не видел. А ты откуда, девушка? Из Курска. О, далеко. А куда едешь? В Мялхиюрт. А, да не как к нам. По делу или как? Да, учительница я. Это хорошо. Учительница через месяц уедет назад, вот посмотришь. Зачем так говоришь? А может, и не уедет. Привык ты, Лом Али, о каждом человеке только плохое думать. Моя дочь тоже будет учительницей. Она поступила в университет. А сколько их у тебя? Кого? Дочек-то. Не знаю. Кажется, 7. А когда же будет сын? Ничего, и сына дождутся. Вот мы и приехали. Это и есть Мялхиюрт? Да. Красивое село. Это новый Мялхиюрт. А я живу за рекой, в старом. А где школа? Школа? Вон, видишь большое кирпичное здание? Да-да. Только в школу сегодня уже поздно. Пойдем-ка лучше ко мне. Вкусно? Вкусно. Ты жареную кукурузу ела? Нет. О, тогда ты ничего не ела. На, держи. Смотри, не обожгись. Ой. Нравится? Очень. Мне все у вас нравится. И горы, и село, и ваш дом. Этот дом муж мой построил. Еще до войны. Погиб он на фронте. И что это я грустные мысли навеваю? Я сейчас приду. А ты ешь, ешь. Дагмара, к тебе можно? А, Зара, заходи. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Зара, Света. Мне отец с Анзором сказали, что к нам приехал новый учитель. А ты тут как тут. Садитесь, покушайте. Спасибо. Ну и поговорите. Ты вовремя приехал, у нас завтра сбор.
А школа у нас большая, новая. Всего год как построили. И коллектив хороший. Тебе понравится. Правда, учителей пока не хватает. А ты к нам? Надолго? Посмотрим. А, проснулся. Мал ты еще таскать эти кувшины. А вот и нет. Так, ну, садись. И ты напьешься. Поехали. Приветствую тебя, Кавказ седой. Твоим горам я путник не чужой. Они меня в младенчестве носили и к небесам пустыни приучили. И долго мне мечталось с этих пор все небо юга до утеса гор. Кого ты там увидела? Старика с мальчиком. Они что, вино везут в кувшинах? Это Садо с внуком. Они не вино везут, а воду. Воду куда? Вон, видишь разрушенную башню у дороги? Когда-то Садо провел туда воду для путников из родника. Весной ливень был, трубы снес, а люди привыкли там останавливаться. Вот он и возит воду в кувшинах, пока не починит водопровод. А что, кроме него некому возить? Почему некому? Только Садо не позволит. Это его место. Ну, пойдем завтракать, а то в школу опоздаешь. Пойдем. Какая хорошая вода, Ваха. Как настроение, Светлана? Хорошее. Так много впечатлений. Настолько много, что она еще не успела опомниться. Доброе утро. Доброе утро. Садитесь, подвезу. Спасибо. Светлана, Зара, идите, я вас догоню. Бекхан, откуда у тебя медвежья шкура? Свежая ведь совсем. Купил. У кого? А это не твое дело. Брось браконьерство, Бекхан. Еще раз попадешься, так просто не отвертишься. А ты не грози. Думаешь, повесил на себя винтовку, то тебя все боятся? Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам по направлению. А, очень рад. Руслан Вахидович. Света, Светлана Дмитриевна. Очень приятно. Садитесь. Ну, как вы доехали? Спасибо, хорошо. Смирнова Светлана Дмитриевна. Неужели завтра? 1 сентября. Я так соскучилась. По классу. Ученикам. По школьной суматохе. За, а эта девушка, которая была сегодня с тобой, кто она? Светлана. Учительница русского языка и литературы. Вот как? Всех директору. Ой, уже пора. Подожди, Зара.
Сегодня в клуб новый фильм привезли. Ты придешь? Посмотрим. Знакомьтесь, товарищи. Наша новая учительница. Здравствуйте. Смирнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, а я еще вчера познакомилась со Светланой. Ну, как здравствуйте. Вам наша школа? Хорошая. Как вы себя чувствуете в наших горах? Спасибо, нормально. Присаживайтесь. Пойдем сядем. Все сели, товарищи. Поговорим теперь о завтрашнем дне. Как-никак, начало учебного года. Салам алейкум. Валейкум салам. Как отдыхали, Руслан Вахидович? Ничего, спасибо. Садитесь, пожалуйста. Необходимо провести завтрашний день организованно. Привет, Магомед. После праздничной линейки первый урок проводят классные руководители. Прошу обратить внимание на внешний вид учащихся. Учитель русского языка и литературы. Приготовьте временные классные журналы. Итак, завтра, прошу без опоздания, в 7:30 всем собраться в школе. Ну а теперь все могут быть свободны. Руслан Вахидович, когда планы принести? Через час. Все-таки добился своего. Да пойми ты, не могу я держать в школе только одного учителя по литературе. Тем более такого, как ты. Захотел, вышел на работу, захотел, не вышел. И вообще хочу предупредить, Бекхан. Если у тебя не изменится отношение к работе, нам придется расстаться. Попомни мои слова. Эта девчонка не пройдет 2 месяца, уедет отсюда. Вот тогда посмотрим. Здравствуй, дорогая мама. Доехала я благополучно. Назначение получила в село Мялхи-Юрт. Оно расположено высоко в горах Чечены и Ингушетии. Живу я у очень доброй, гостеприимной женщины. Зовут ее Дагмара. Уже занимаешься? Я пишу маме письмо. Это хорошо. Передай от меня привет. Приглашай к нам в гости. Спасибо. Завтра мой первый урок. Дорогие учащиеся, разрешите поздравить вас с началом нового учебного года. Поздравляю. Я думаю, что за время летних каникул вы хорошо отдохнули и приступите с новыми силами к учебе. Новые учители. Дорогие видите? Друзья, да. Святые ей отдадите. Хочу пожелать вам и вашим учителям больших успехов. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Зовут меня Светлана Дмитриевна. Я буду учить вас литературе и русскому языку. А теперь давайте знакомиться. Ахмедов Султан. Я. Садись. Арбиев Ваха. Я. Садись. Вахаева Фатима. А эти сейчас будут здесь. Внимание. Войдите.
Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вы почему опоздали? А мы живем в старом селе. Ну и что же? Старое село рядом за речкой. А там еще весной мост снесло. И им приходится идти в обход целых 4 километра. Ну хорошо, садитесь. Батаев. Батаев. А его нет. Где же он? На заработках. На каких заработках? А это вы у его родителей спросите. Ну-ка встань, как тебя зовут? Иса. Запомни, Иса. Когда разговариваешь со старшими, нужно вставать. Салам алейкум. Ва алейкум салам, ломали. Садо, хороший в этом году будет урожай в колхозе. Да. Скоро уроза наступит, Садо. Пора о внуках подумать. Ты ваху готовишь? И не жаль тебе детей мучить, ломали. Удивляюсь я тебе, Садо. Всю жизнь живем рядом, но не понимаю я тебя. Дада, Дада, теперь вместо Бигхана у нас будет новая учительница. Сегодня был первый урок. Ну и как? Понравилась она тебе? Конечно. Она хорошая, не кричит, не придирается, как Бекхан. А потом послезавтра она поведет нас на экскурсию в горы. Бекхан никогда не водил нас на экскурсию. Говорил, что это дело учителя по географии. А еще Светлана Дмитриевна сказала, что в наших горах был Пушкин и Лермонтов. Это правда? Правда. Пойдем-ка, нарвем яблок. Да-да. А почему в селе говорят, что на твоем участке растут самые вкусные яблоки? У тебя что, земля лучше? А нет плохой земли, Ваха. Есть плохие хозяева. Земля и человек одно единое. Никогда она не обманывала меня, и я ни разу не обманул ее. А разве можно обмануть землю? А, можно. Перестань трудиться на ней, и ты обманешь ее. Эту корзину отнесешь Дагмаре. Дагмаре? Да, Дагмаре. Скажешь ей, что это я прислал. Теперь мой ход. Ага, я выиграл. Эй, Ваха, дай яблоко. И мне. Берите, только не жадничайте. Это я не себе несу. А кому? Кому-кому? Дагмаре, вот кому. Это у которой остановилась наша новая учительница. Да, а что? А то, что у тебя по русскому литературе будут теперь одни пятерки. Почему? Потому что ты учительница несешь яблоки, а не Дагмаре. И правда. Правда. Эй, я вам! Ломари, бежим! Кто это? Егерь приехал. Егерь? Прячь ружья. А, может и шашлык спрячем? Вдруг догадается. Нет, не догадается. Эй, я вам! Что это собаки разлаялись? Анзор приехал. Только его здесь и не хватало. Что-нибудь случилось?
нет, ничего. Ломали, ты почему башню портишь? А тебе какое дело? Ты что, памятники старины охраняешь? Опять вот лес порубил. Да какой там порубил? Подумаешь, пару сучков срезал. Мне с ним нельзя, не буду. Хорошо. Только уси это в последний раз. Спасибо, Энзар. Моя отара не иссякнет, если мы съедим одного барашка. Не могу. До вечера участок обойти надо. А, понятно, свежей дичи захотелось, да? Видали? Указывает щенок. Ваха, что это ты все в окно смотришь? Гостей ждешь? А вы разве не замечаете? Синяк свой прячет. А ты опять с Бекханом разговаривала. Ты что? А ну-ка, выйди. Не нравится мне все это. Что ему нужно от нас? Был женат. И вообще... Говори с сестрой. Зара! Это правда? Значит, правда. Послушай, Зара. Бекхан не тот человек, с которым ты должна встречаться. Подумай. Ребята, идите все ко мне! Давайте сядем. Давай, давай. Посмотрите все туда. Только внимательно. Посмотрели? Да. А теперь я буду спрашивать, а вы отвечаете, хорошо? Хорошо. Вот ты, Ваха, что ты увидел, когда туда смотрел? Я? Облака. Хорошо. А ты, Иса? Я? Орла, вон он, летает. А я увидела небо, оно голубое-голубое. И я увидела небо. А что вы увидели, Светлана Дмитриевна? Я увидела горы. Горы? Горы. Ух ты! Здесь тучи смиренно идут подо мной, сквозь них низвергаясь шумят водопады, под ними утесов ноги и громады, там ниже мох тощий, кустарник сухой, а там уже рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени. Торопись, скоро солнце взойдет. Девочку будим. Может, не надо? Маленькая еще. Что? Слишком ты жалостливая стала. Он одного пожалела. Дочь уже в школу ходит, а ума так и не набрался. Ни ему намаза, ни ему уразы.
Цацита. Цацита. Вставай, вставай, моя золотая. Вставай. Бабушка, а что, уже в школу пора? Не в школу, моя ласточка. Уроза сегодня. Уроза? И я буду держать уразу, как ты и дедушка? Конечно. Одевайся, одевайся, моя умница. Тебе надо покушать, много покушать. Бабушка, а днем нельзя будет кушать? Нельзя, моя радость. И воды нельзя будет пить? И воды нельзя. Целый день? Целый день. Целый-целый. Конечно, душа моя. Это же уроза. Доброе утро, Зара. Доброе утро. Сегодня встретимся? Вечером у меня репетиция, Бекхан. Опять эта репетиция. Неужели хоть раз не можешь отменить ее? Не могу. Что значит не могу? Хотя понятно. Кому нужен человек, который был женат, у которого дочь? Сацита тут ни при чем. А кто при чем? Ну, кто? Что, братец не позволяет? При чем тут брат? За свои поступки я отвечаю сама. Ну, что ж. Хорошо. Тогда другое дело. До свидания. И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. Под ним Казбек. Как грань алмаза с никами вечными сиял. Как грань алмаза с никами вечными сиял. Тихо в классе. Под ним Казбек гранитным снегом засиял. Тихо, садись, Иса. Я сейчас оценку не поставлю. Прошу тебя в следующий раз. Ты мне получишь. Кто выучил отрывок из поэмы «Демон»? Ваха, ты почему не поднимаешь руку? Не выучил? Выучил. Тогда иди отвечать. Иду на спор, что он пятерку получит. И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. И глубоко внизу чернее, как трещина жилища змея, вился излучистый Дарьял. И Терек, прыгая, как львица, с косматой гривы на хребте ревел. И горный зверь, и птица, кружась в лазурной высоте, глаголу «вот» его внимали. Молодец, Ваха. Я ставлю тебе пятерку. Не надо. Что не надо? Пятерку не надо. Почему? Ну хорошо, что же тебе поставить? Поставьте мне тройку. Тихонда Малиев, когда мы поедем в город, в музей? Не секрет, учительскую, я сейчас приду. Здрасте. Добрый день, Светлана. Глядит, и небеса играют в ее божественных глазах. Это из только что заданного на дом? Или всего лишь комплимент? И то, и другое. Светлана, что вы делаете в субботу? После занятий, разумеется. Как будто ничего. Я хочу показать вам горы. Места, связанные с Лермонтовым. С Лермонтовым? Да. Тогда в час дня я за вами заеду. Светлана, у нас сегодня занятие танцкружка. Ты пойдешь? Конечно. Ну, пойдем. А меня вы не приглашаете?
Наши двери открыты для всех. Внимание! Начали! Раз, два. Иса, Иса! Голову выше, будь смелее! Вот так! Магомед, слушай музыку. Улыбнись. Носочки тянем. Вахта, не торопись. Не размахивай мечом, как палкой. Точнее. Салам алейкум. Алейкум салам. Светлана, ну как, нравится? Да. Пришел посмотреть, как танцует моя дочь. Она много рассказывала о вас, все уши прожужжала. Я думаю, не зря. Какие маленькие у них кинжалы. Для мужчины это оружие, а на другого хоть винтовку. Повесь, а все без толку. Извините, мне пора. Между прочим, я тоже танцевал когда-то. А сейчас вы увидите то, что очень характерно для народов Кавказа. Вот так раньше женщины предотвращали кровопролитие. Хорошие обычаи. Да. Вот так. А как насчет завтра? Хорошо. Можно Зара поедет с нами? Пройдем еще раз. Конечно. Я думаю, в горах будет солнце. А почему все-таки Зара не поехала с нами? Понимаешь, я не хотел тебе об этом говорить. Но дело в том, что мы поссорились с ее братом Анзором. Ну и, короче, Зара отказалась. А куда поедем? Как куда? Ах, да. А что, если мы сначала заедем в Святую Рощу? Так и называется? Да. Я не знаю, когда и почему она так названа, но люди издавна верили в ее особую святость. Каждый, кто переступал черту этой рощи, будь он даже кровником, становился неприкосновенным. Мало того, даже звери переставали преследовать, если он успевал достичь этой рощи. Это и есть Святая Роща? Да. Тут воздух чист, как поцелуй девушки. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Лермонтова нельзя искажать. Вот как? Мне нравятся горы. А я? Тебе нравлюсь? Странный вопрос. Пусти! Светлана! Пусти! Светлана! Так.
ты здесь следишь за мной. Мы еще встретимся с тобой. Тоже мне нашла дружка. Он мне не друг. Мы работаем вместе. Что же мне теперь с тобой делать? Ладно, пойдем. Уже пришли. Видишь колхозные кошары? И Ахмед здесь. Пошло! Добрый вечер, Ахмед. Вечер добрый. Здравствуйте, Светлана Дмитриевна. Здравствуйте. А где остальные стада? Там, за перевалом. Что-нибудь случилось? Дагмара будет волноваться. Ничего, ей сообщат. Анзор сообщит? Да. А почему не взял меня с собой? Нельзя. Ночь, темно. Тебе опасно. И надо же додуматься. Говорят же, насыпь ослу в уши хоть золото, хоть навоз. Он одинаково замотает головой. Так и этот сын Ломали. У тебя родители есть? Да. Это хорошо. А братья? Двое. Один старше меня, другой младше. А у меня все дочки. 7 дочек. Года 3 у нас вообще никого не было. Муж был отчаялись. И вдруг рождается дочь. Мы ее назвали Кариной. По-нашему, значит, найденная. У меня еще есть дочь Тоэта. Значит, хватит. Есть еще Сацита, что значит остановись. У нас любят давать такие имена. Светлана? Доброе утро. Утро доброе. Ну как, выспалась? Можешь не волноваться, я предупредил Дагмару и...
И за тобой приехал. Вот кони. Спасибо. Только... Что, боишься? Не бойся, мы поедем шагом. Идите сюда. Завтрак уже готов. Пойдем. А ты укороти повод и держись уверенно в седле. Сейчас увидишь. Зыцо! Ой, кто это? Это? Это и есть Зыцо. Ты когда-нибудь видала живого Тура? Нет. Здравствуй, Зыцо. Давно мы с тобой не виделись. Ну, иди сюда. Цыцо, Цыцо. О, какой ты стал красивый. Соскучился, наверное. Ну-ка, Цыцо. Оп! Молодец, не забыл. Ну-ка, еще раз. Оп! Светлана, иди сюда. Оп! Иди, не бойся. На, ешь. Не хочет. Цыцо. Ой! Удивительное создание. Как тебе удалось его приручить? Лет 5 назад я подобрал его в этих горах, совсем маленьким. Он искал свою мать, которую загрызли волки. Сперва тувенок жил у меня, а когда подрос и набрался сил, я отпустил его в горы. С тех пор мы и дружим. Да, Цыцо? Оп! Оп! Ой! Оп! Анзор, а можно показать вам моим ученикам? Это можно. Тогда договорились? Договорились. Ну-ка еще раз, хоп! Ну, Цыцо, хоп, ишь ты! На-ка, поешь, Цыцо. Ну что ж, до свидания, Цыцо. Пойдем, Светлана. До свидания. До встречи, Цыцо! Об этой истории говорят уже во всем селе. И наверняка в школе тоже. Так? И как всегда, вымысла тут гораздо больше, чем правды. Жаль Светлану. А ты выбрось Бекхана из головы. Он дома? Что-нибудь случилось? Зови.
правда. Ты о чем? Я тебя спрашиваю, тебя, говорят, избили. Да. О, не качай. Его избили. Весь аул об этом знает. А он хоть бы слово сказал. А зачем говорить? Ну, поссорились, ну, ударил он меня. Ничего, не волнуйся. Пока еще никому не был должен. Посмотрим. За мою жизнь меня никто ни в чем не упрекнул. Ни меня, ни мою фамилию. Иди. Маха, ты что пишешь? Стихи. Стихи? Да, а что? Можно почитать? Они еще не окончены. А о чем они? Отдай! Не отдам! Отдай, кому говорю! Не отдам! Иса, Маха, перестаньте! Что у тебя в руке, Иса? Маха стихи пишет. Дай мне. Баха, можно? Можно. Ни пески, ни море, ни снега, ни степь, а родные горы я хочу воспеть. Учительница наша нам открыла их. Новыми глазами я смотрю на них. Ваха, я делаю тебе замечание, садись. А ты, Иса, скажи маме, чтобы завтра она пришла в школу. Войдите. Смотрите, Мурат. Здравствуйте. Здравствуй. Ты кто? Батаев. А, Батаев. Где же ты был до сих пор? На заработках. О, смотрите, чипсы из тебя новые купил. Разбогател. Ладно, Батаев, садись. После уроков останешься. К следующему уроку подготовьте отрывок из Мицери. До свидания. Светлана Дмитриевна, а когда вы нас поведете к туру? Завтра? Нет, не завтра. Ну, скоро? Скоро. Ура! До свидания. До свидания. До свидания. Светлана Дмитриевна, мне нравится, как вы ведете уроки. Методику вы хорошо усвоили. Ученики вас полюбили. Все это хорошо. Я не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь. Но в селе каждый человек на виду. И ваш авторитет... Авторитет школы, ваши, извините, эти разъезды. Нет, я очень далек от мысли, Светлана Дмитриевна. Светлана, ты плачешь. Ну, успокойся.
из-за пекана? Ты любишь его? Что? Зара! Да ты о чем подумала? Ой, ой, мамоньки, как я раньше не догадалась. Зара, успокойся. Совсем не его я люблю. А кого? Большой? Большой. А как зовут Тура? Сыцо. Сыцо? А у него есть маленький Турята? Нет, пока нет. А долго еще идти? Нет, недолго, потерпи. Я так устал. Вот поднимемся повыше, а там и долина, где он обычно пасется. Туры прохладные. Что такое? Здесь же нельзя стрелять. Смотрите, смотрите, Тур! Сыцо! А ну-ка, слезай с лошади! Они убили! Убили его! Стой! Стой! Смотрите, с повышенью всадник показался! Ребята, назад! Свернитесь! Стой! Стой! Остановись, тебе говорят, Бекхан! Пойдемте, дети, они взрослые, сами разберутся. Пошли, пошли. Ребята! Кто был с тобой? Сдай ружье. Сдай, Бекхан. Предупреждал ведь я его. Попадешься. Что же ты наделал? Чем думал? Цицо людей не боялся, доверял. Жаль, что второго упустили. Ничего, поймай мы его. Подпиши. Не хочешь? Подпишешь в другом месте. Цицо, Цицо. Больно тебе. Ничего, поправишься, Цицо. Дети, потянитесь. Не отставай, Сацита. Прибавь шагу. Сацита! Сацита! Что с тобой, девочка моя? У нее уроза. Какая уроза? Это когда кушать и пить можно только ночью, а днем нельзя. Она уже пятый день ничего не ест. Что же делать? Где достать воды? Я знаю, где есть вода. Где? Здесь, рядом, у дороги. Мой дедушка возит ее для путников. Ребята, помогите мне. Осторожно. Ваха, веди. Давай тебе попробуем. Что такое? Светлана Дмитриевна, воды нет. Как нет? Нет. Ребята, быстро в село.
напугала же ты нас всех, голубка. Ну, спи. Спи, моя хорошая, спи. Акт составили? Да. Свидетели были? Были. Кто? Да этот, как его, Чебан Ахмед. Черт, теперь от штрафа не отвертеться. Что штраф? Срок бы не получить. Мужчина называется. Попался как мальчишка. Почему ты не отомстил ему? Ребро нельзя согнуть, его можно только сломать. Ты должен украсть Зару. Тогда хочешь, не хочешь, Анзору придется прекратить дело. Это невозможно. Возможно. Послушай, отец, всю жизнь ты решал за меня. Хватит. Молчи, сынок! Дорогие товарищи, перед началом собрания хочу сообщить вам приятную новость. Правление колхоза приняло решение о строительстве канатного моста через реку. Ну а теперь слово классному руководителю Светлане Дмитриевне. Товарищи, извините нас за ту настойчивость, с которой мы собирали вас на это собрание. Но вопросы, которые нам необходимо сегодня решить, откладывать нельзя. Как же? У людей работы по горло. Зима на носу. Они тут со своими собраниями. Ничего, дочка. Для наших детей у нас время всегда найдется. Ну да. Кому охота языками чесать? Ломали. Вопросы, из-за которых мы вас собрали, достаточно серьезны, чтобы шутить. Пожалуйста, не мешайте. Продолжайте, Светлана Дмитриевна. В нашей жизни нельзя без учебы. Но некоторые родители почему-то этого не понимают. Они уезжают на заработки и забирают своих детей, и отрывают их от учебы. У меня до сих пор нет двух учеников. А Батаев, который только приехал, снова должен уезжать с отцом. Неужели лишняя пара рабочих рук для вас важнее будущего вашего сына? Да нет, вроде бы... Яйцо учит курицу. Светлана Дмитриевна верно говорит. Как правило, такие ученики оторваны от учебы. Ведут паразитический образ жизни, хулиганят. Правильно. Даже мне, Чебану, знания нужны. Время такое. Мне хочется спросить отца Батаева. Уедет ли его сын на этот раз? Вы правы. Пусть остается. А теперь мне хочется начать разговор о том, что некоторых детей заставляют держать уразу. Это совершенно недопустимо. А есть ли у нас такой обычай? Хорош тот обычай, который несет человеку радость. А доводить ребенка до полного истощения вы не имеете права. Это уж, извините, мое дело. Нет, ребенка калечить вам никто не позволит. Понятно? Что значит калечить? А то, что вы чуть не погубили Сациту. Знаете что, Светлана Дмитриевна, хорошая девушка в горы с мужчиной не пойдет, прежде чем учить детей, присмотрите за собой. Нет. Ты почему хорошую девушку оскорбил, Ломали? Черная у тебя душа. Ты нас оскорбил, Ломали! Всех оскорбил! Зара, добрый вечер. А, это ты? Добрый вечер. Подожди. Зара,
уезжаю я. Уезжаешь? А как же дети, школа? Сацита? Школа повсюду есть. А Сациту я забираю с собой. Вот как? Трудно будет вам. Я очень виноват перед тобой, перед Светланой. Только об одном прошу. Можно написать тебе? Напиши. Знаете что, Светлана Дмитриевна, хорошая девушка в горы с мужчиной не пойдет. Ничего, дочка, для наших детей у нас время всегда найдется. А ты к нам? Надолго? А я увидела небо, оно голубое-голубое. А что вы увидели, Светлана Дмитриевна? Я увидела горы. Горы? Горы. Красиво как. Ни пески, ни море, ни снега, ни степь, а родные горы я хочу воспеть. Учительница наша нам открыла их, новыми глазами я смотрю на них. Цицу! Цицу! Молодец, Цицо. Куда я еду? Зачем? Надо вернуться. 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 Светлана!